Друзья, привет! Мы сегодня продолжаем нашу тематику по воспроизводству по генетике. Едем с нашими партнерами компании «Генетика Юг» также в Однинский район, но абсолютно в другое хозяйство, где совершенно другая технология содержания на привязи. Сегодня мы будем раскрывать те же вопросы, которые были в предыдущем ролике. Если вы его не посмотрели, то обязательно посмотрите. Тема основная – это выявление охоты. Выявление охоты при привязном содержании. Если в предыдущем ролике мы снимали в хозяйстве, которое содержит на беспривязи, то сегодня агрофирма «Уныш», куда мы едем, она содержит на привязи. И сегодня компания «Генетика Юг» расскажет, как правильно выявлять охоту у коров, у животных на привязном содержании. Прежде чем начать, обязательно поставьте лайк этому видео. И в конце видеоролика обязательно напишите комментарий с тем, что вам понравилось, что вам не понравилось, какой-то отзыв. Это нам очень важно для улучшения контента, который мы делаем для вас. И не забываем обязательно поставить колокольчик и подписаться. Нормально. Ну что, готовы? Мы готовы. Мы, давайте в двух словах. Сегодняшняя ферма, она чем отличается от предыдущей фермы? И что мы сегодня будем, какие темы раскрывать? Сегодняшняя ферма, она привязная, привязного содержания. Здесь галштинизированное стадо. Чем она отличается? Отличается только тем, что здесь менее современных технологий, но также хорошие, неплохие удои, отлично сложенное воспроизводство, прекрасные показатели насчет этого. То есть вот об этом как раз таки будет сегодня идти. Ну, то есть ферма менее современная, но не менее эффективна. Не менее эффективна, потому что да, и на привязи можно делать. Доить молоко и делать эффективное воспроизводство. Все, погнали. Погнали. На самом краешке села корова весело жила. По полю шла бывала и песни распевала. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Нияз зовут. Селекционер агрофирмы «Уныш» Раиля Ахматовна. Очень приятно. Буквально в двух словах расскажите про ферму. То есть какое поголовье, какие способы содержания у вас используются? Ну, что вы знаете конкретно про вашу ферму? Поголовье у нас 720 коров. На привязи у нас коровы стоят. Средняя дойность 27 литров. На голову, да? Да, на корову. Я управляющая стадом. У нас в программе имеется Селекс и Дерикоп. Выдаем списки после отёла как на вакцинацию, на профилактику новотёла. Дальше у нас идут синхронизация, и потом идет на осеменение. И дальше через 30 дней у нас УЗИ. Угу. УЗИ по понедельникам тоже, да? По понедельникам УЗИ, да. У вас во всем районе, что ли, по понедельникам? А вот вы сказали, что у вас и Селекс, и Дерикоп. Да. Почему так? Ну, Селекс у нас давно, уже, не знаю, 2010 года как идет, а Дерикоп у нас новая программа. А, ну то есть у вас только два года только, переход, да. Идет, да, да. В Дерикоп. А вы и там работаете, да, получается? Да, там и там. А где больше нравится, в Селексе или в Дерикопе? В Дерикопе. В Дерикопе? Да, там легче. Легче все-таки, да? Да, да. Несмотря на то, что американская программа, тут российская под российские реалии сделала в Селексе. Ну, помогают там. Помогает? Техобслуживание нам помогает. Понятно. Настя, мы сейчас находимся в комнате ассиминатора, правильно? Да. И комната селекционера заодно. И ассиминатора, и селекционера. Да. То есть здесь у нас сидит селекционер, он работает в программе Dairycomp. Да. Ассиминатор, то есть это, грубо говоря, уголок ассиминатора. Здесь у нас спермопродукция, как на примере Тукаевского, да? Угу. Вот. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, вот, селекционер,
он что здесь делает? То есть вот данные, когда попадают селекционеру? То есть он ручками вбивает, получается? Ну, то есть на бумажный носитель к нему информация приходит? Да, вся основная первичная информация происходит на бумажном носителе. Угу. То есть потом селекционер в этот же день... все, что, какие манипуляции произошли, например, осеменение, либо там УЗИ сделали, да, тут вбили информацию какую-то по коровам, это все передается селекционеру, и в этот же день все вносится в программу управления стадом. Мы управляем всем стадом на этом компьютере, по сути. Да. Угу. Можем любой список по запросу вытащить необходимый, например, убрать коров с родильного отделения, перевести в группы. Это также все это делается в Дорекомпе. Дореком создает списки, и мы занимаемся этим вопросом. То есть то, что нельзя управлять стадом на привязном содержании, это миф. Нужно. Просто на привязном содержании нужно управлять стадом. И сейчас, на сегодняшний день, есть невероятно много возможностей. И одна из этих возможностей, это потрясающе, это программа Дореком 305. И именно на этой ферме она уже года полтора, наверное, работает. Угу. И другого больше ничего не хотят. Все-таки вот в части воспроизводства, да, вот буквально затронем чуть-чуть эту тему. Если... До этого мы были в Тукаевском, там выявление охоты идет там по датчикам, по вот этим маркерам, то здесь чистая получается синхронизация, да, то есть 100% синхронизация. Команду на синхронизацию дает тоже программа у нас, да, и после этого мы делаем УЗИ, то есть, ну, как бы хронология такая. Да, сейчас расскажу чуть-чуть подробнее по поводу этого. Почти года два назад хозяйство все-таки приняли решение, что на привязи выявлять охоты очень сложно, так как большую часть времени коровы стоят все-таки на цепи, ну, потому что такой уж, к сожалению, у них метод содержания. Соответственно, телят недополучали, сервис-период растягивали, выявлять пытались, но все равно это все было тщетно и не так, как хотелось бы. Приняли решение переходить на 100% синхронизацию. Для привязи, мне кажется, это самое оптимальное, самый интересный способ, самый выгодный. Вот, здесь синхронизация не одна, здесь несколько схем синхронизации, такие как для первых осеменений. Постановка животных на схему синхронизации, которая длится 27 дней, здесь ставят с 35 дня. Уже после отела начинают ставить и коров готовить к первому осеменению. А потом, после первого осеменения, для вторых, третьих и последующих осеменений используется более лайтовая, более короткая схема. Тему по схемам синхронизации мы раскроем на уроках, правильно, на теоретических, в студии. Да. Для этого нужно будет по ссылке перейти на урок и записаться на урок, где компания «Генетика Юг» в лице Анастасии будет раскрывать тему воспроизводства достаточно детально. Вот. Сейчас мы подготовили списки на что? На УЗИ. На первый тест. Первый тест здесь делается с 30 по 36 день, набирается группа животных, и мы сейчас будем смотреть, кто же у нас заберет. Список программа сама подготовила, получается. Конечно, да, список сама подготовила, потому что в ней уже настроены необходимые функции. Для того, легким движением руки мы нажимаем на кнопку, и нам выходит список на ту дату, на которую мы хотим провести УЗИ. С информацией, сколько дней назад была осеменена корова, каким быком, какой раз, то есть кратность этого осеменения, первый, второй, третий или какой-то. Я на минуточку-то еще добавлю, что в хозяйстве используют максимум 6 осеменений. Если на шестой раз не получилось, тогда что? Да, как корова может оставаться на ферме, но больше заниматься ее воспроизводством не будут. Смысла нет. Просто смысла нет, это невыгодно. Либо и это выбраковка, да? Либо выбраковка, но, я же говорю, если у коровы достойный удой, рентабельный удой на сегодняшний день, то, конечно же, она еще побудет в стаде обязательно. Но воспроизводством уже, видимо, смысла заниматься нет и не будут. Угу. Понятно. Ну что, погнали? Погнали на УЗИ. Погнали. Переодеваемся. Да, переодеваемся.
Ребят, ну, это был трэш. Реально трэш. Мы сейчас сделали УЗИ трем животным. Все три у нас, получается, стельные. Насколько вообще сложно научиться делать УЗИ? Нет, на самом деле не сложно. Просто, как я и ранее сказала, нужно все-таки обладать знаниями анатомии и физиологии репродуктивного тракта, а также топографии. Ну, топография – это место расположения этих органов. То есть, если мы хотим проверить матку, да, то, конечно же, нам нужно ее не сверху где-то искать, а именно снизу и чуть правее, да, там, как говорит нам анатомия. Также обладать еще силой и выносливостью, потому что животных бывает много. Ну да, да. Мы видели, на самом деле. И ноль брезгливости. Абсолютно. Вот в этом хозяйстве, да, у нас вот сейчас вот три из трех получается. Вот процент стельности какой в среднем? Здесь порядка 55% стельных сейчас в стаде. А идеальный показатель какой? Идеальный показатель от 52 до 58. Благодаря той системе воспроизводства, которую они выбрали, то есть они это поддерживают, этот процент. Угу. Также у них неплохой процент стельных до 150-го дня доения, это порядка 76%, то есть тоже очень достойный результат. Вообще, на самом деле, для чего нужна ранняя диагностика стельности, это с 30-го дня. Желательно не делать УЗИ, не стремиться научиться делать его раньше, потому что это может быть опасно для беременности животного, потому что она еще не настолько закрепилась, да, внутри матки эмбрион. Вот, с 30-го дня. И таким образом нам не столько нужны стельные животные, гораздо больше нужны нестельные животные. То есть в данном случае нам не нужно быстро выявить эту стельность, нам наоборот нужно быстро выявить нестельность, то есть бесплодие животного, определить по каким причинам и очень быстро вернуть корову назад в воспроизводство и уже планировать ее осеменение в кратчайшее время, как только это возможно. Вот, то есть ранняя диагностика стельности, она необходима только ради холостых животных, ради тех, которые... вовремя сделать, да. Предпринять попытки. Предпринять решения, да, и попытки, которые бы все-таки сделали эту долгожданную стельность. В общем, ребят, мы в данном ролике, еще раз повторюсь, не выложили информацию подробно, как мы делали УЗИ-исследование. Подробный ролик, подробный материал, он идет в курсе. Ссылки в описании под данным видеороликом. Если вы хотите научиться, точнее, увидеть, как это все делалось, и научиться это делать, в том числе узнать детали, как делать правильно УЗИ, то переходите по ссылке в данном видеоролике и записывайтесь на конкретный интересующий вас блог. Саш, что мы сейчас пойдем осеменять? Да, сейчас я произвел разморозку семени, выдавливаю первую капельку, смотрю на нее, одеваю санитарную рубашку. Да, санитарная рубашка нужна для того, чтобы все осеменение у нас прошло чисто. Как презерватив, короче, да? Да, но только функция у него немножко другая. Ну, его нужно обязательно порвать. Так, все. В обратную сторону. Да, я, в принципе, уже готов к осеменению. Беру салфеточки. Одна перчатка, одна перчатка. Конечно, соблюдаем гигиену. Беру салфеточки для того, чтобы все у нас прошло чисто и гладко. Все, погнали. Все, я готов. Настя, Саш, вот мы до этого были на беспривязной ферме, сегодня мы на привязной ферме, и сейчас мы только что осеменили вот эту вот коровку. И есть ли отличие вообще вот в тактике синхронизации, в тактике выявления охоты в привязном, беспривязном содержании? Теоретически как бы нет, но на самом деле практически... Есть некоторые нюансы, которые нужно обязательно пользоваться, имея привязь, и обязательно пользоваться, имея беспривязь. Но мы их уже обсудили в наших онлайн-уроках, соответственно, там и раскрываем все эти нюансы, все эти секреты. Как говорится, дьявол в мелочах.
Да? Абсолютно. Всегда все в мелочах. Все. Поэтому, если интересны детали в тактике осеменений, в тактике выявления, то это все у нас раскрыто в наших видеоуроках в школе. Этот контент просто YouTube не даст выложить, потому что он там как бы такой серьезный материал, и ну, просто наш канал заблокирует. Поэтому подписывайтесь на конкретный урок и записывайтесь и ждите его. Саш, у нас вот мы видим то, что здесь опилки у нас лежат. Можешь рассказать вот части подстилки, часть содержания, чем вот данное хозяйство хорошо, что лучше для коров, что плохо для коров? Ну, в двух словах буквально. Ну, так как в этом хозяйстве все свое время животные стоят в своих местах, в стойлах, огромное внимание хозяйствам уделяется место, где эти животные стоят. Подстилки непосредственно, подсыпаются здесь опилки, животные содержатся в чистоте. Хозяйство тратит на это средства, не жалеет ни времени, ни сил. Животные стоят постоянно. Я правильно понимаю, вот в случае, вот если привязь, то там проще создать комфорт животным. Здесь же все-таки посложнее, правильно? То есть это нужно постоянно вот менять подстилку, они же стоят постоянно там в одном месте как бы. Да, они стоят, ложатся, нужно поддерживать чистоту, непосредственно это здоровье в имени, это красота. Короче, Айрату респект. Респект. Айрату респект. Куда? На какую камеру? Айрату респект. Ну, соответственно, чем свежее и чище подстилка, тем чище молоко. Да. И чем чище молоко, тем оно дороже. Тем дороже. Чем оно дороже, тем богаче Айрат. Тем богаче Айрат. Ребята, в общем, вы сами все видели, точнее, вы еще не все видели. Чтобы увидеть все, нужно по-любому смотреть контент в школе, потому что он ну, достаточно подробный и трешовый. Айрат, тебе большой респект. За то, что пригласил нас на свою ферму, мы увидели, за счет чего ты богатеешь, за счет подстилки, оказывается. Айрат, мы у тебя в кабинете. Если что, спасибо огромное еще раз то, что принял, и за обед. Че, ребят, как оцениваете вообще в целом? Было прикольно. Все было круто. А сколько у вас вообще в районе еще предприятий, которые вы ведете? Есть еще одно интересное предприятие, это ООО «Шахтер». Угу. Там что? Там беспривязь на глубокой подстилке, и у них прекрасное просто воспроизводство, если уж коль тема. То есть это, короче, идеал в этом районе, да? Это идеал не только в этом районе, это идеал, один из идеалов, наверное, даже по всей России. А, да, даже так. Слушай, да, погнали туда. Погнали. 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 По коням. По коням.